Духовые инструменты – одни из самых древних музыкальных инструментов. В симфоническом оркестре они выделяются ярким и благородным звучанием. О том, где можно услышать эти инструменты, после прогноза погоды на четверг, 29 декабря, в студии Софьи Алексеевой. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, ветер северный порывами до 2 метров в секунду. По северным районам пасмурно, ветер северный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 27, минус 25. Днем температура воздуха минус 20, минус 15 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. На юге малооблачно, ветер западный 2,6 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 31, минус 25. Днем температура воздуха минус 27, минус 21 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. Улан-Удэ облачно, ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 32, минус 26 градусов. Днем минус 26, минус 22 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на четверг, 29 декабря. Практически каждое музыкальное представление нашего оперного театра украшает группа духовых инструментов. В передаче настроения персонажей на сцене важную роль играют и артисты оркестра. Узнать больше о солистах нашего симфонического оркестра вы можете на сайте театра uuopera.ru.